пруд Кировский – тихое, спокойное место отдыха местных рыбаков. Несмотря на то, что купаться здесь запрещено, нередко в воде замечают и взрослых, и детей. Днем 1 июля рыболовы, плавающие на лодке, обнаружили в пруду труп мужчины. Наш следователь выехал на место происшествия. Первоначально личность трупа не была установлена, но, в принципе, в течение буквально там часа-двух личность установили, потому что у сотрудников полиции была уже информация, что один из жителей района лесного городка, так называемого, уже несколько дней как бы отсутствует дома, и полагали, что, возможно, это будет он. Информация о погибшем подтвердилась. Им оказался 42-летний житель района лесного городка. Он проживал один. И за несколько дней до трагедии мужчина перестал выходить на связь. Обратила внимание на это его бывшая жена, с которой, несмотря на то, что они в разводе, то есть они общались, созванивались время от времени, а тут получилось, она позвонила ему на сотовый. Он не отвечал. Обратила внимание на то, что в социальных сетях он тоже уже несколько дней не появляется, хотя до этого был там регулярно, высказала свою, скажем так, обеспокоенность участковому уполномоченному. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, отрабатываются версии гибели, прежде всего криминальная. Осмотр тела показал, что труп находился в воде несколько дней. Поскольку следов насильственной смерти на теле не обнаружено, предварительная версия следствия – мужчина утонул.